Берем чисто в постах. Всех, конечно, игроков я знаю. Белые два отбашка. Синий 9, трёха. Вау. Вместе с АБЛ и Артемом Юрьевичем Титко. Артем, нижнее подчеркивание, КП в Инстаграме, если, конечно же, вы не знали. Друзья, пишите комментарии, будем общаться, задавайте вопросы команды про меня, не знаю, все что угодно, будем общаться, разговаривать, смотреть, как Андрей Елин идет под кольцо и забивает великолепно аут. На скамейке у Хорнетс пополнение, еще один игрок пришел, у нас пришел пару четвертей, чтобы, ну, хоть в концовочке выйти. Вместо Мстислава у нас появился на площадке Мительков Иван. Против Андрея теряет Андрюха свою повязку. Повязку силы. И Иван. Иван. Пока. Вот с таких великолепных строчек интереснейшего поэта нашего времени Славы Мерлоу Андрея Елина. Доводит мяч в угол, да, на Михайлу. И Михайлу до конца, мне кажется, пойдет, да. Ой-ой-ой. Какой невер. Мой брат по крови. И Воронин еще одну. Три заряжает, общит. А это какой-то цирковой циркус шат. But Михайлу. With the ball and Yelen. Wow, step three. Oh, shit. В команду, которая будет тренировать с Нового года. Мстислав, два очка. Отличная передача от Елена. Навел Гулай в данный момент. Мстиславу нарушают на Мстиславе правила. И первый штраф на последнюю минуту матча. Так, в кучу у нас лезет Васильев Илья, скидывает на Шилова. И Шилов три! Иванов на Писарева, Писарев дальше на Нуриева. Нуриев что будет делать? А Елен даже отвернулся. Вау, а Нуриев такой! А Нуриев защищается, хорошо. Даблтим. Скидка на Шилова. Не надо прыгать, зачем? И Шилов два. 10. А сейчас у нас... возвращается у коллектива под предводительством Андрея Елина. И Забелин после промаха Елина забирает подбор. Гулай, три, вау! И все, и погнали. Представляете, какой будет? Ну просто комментирование топ. Я потом нарежу все это, нарежу ваши комментарии и отправлю лиге. Сразу было, вообще проблем никаких не было бы смотреть за этими матчами. Вообще мы бы просто... Вообще можем просто встретиться и... Парова скинул в итоге. Но тоже промах. 22-31. И Елен спешит в нападение. По-моему... нет, без лишнего шва с пивом. И, ну, и как бы... Все сразу понятно. Для чего мы здесь сегодня собрались. Забелин. Три. Нам... с Васильевым за подбор. И Илюха... Что? Что это только что мы... взял мяч в руки и пошел пешком. Я не знаю, хотел ли он что-то в стиле Рассела Вестбрука сделать, но Иванов только же. Также у нас готовится замена. И Нуриев до конца. Михайлу выпрыгивает опасно. Какой недофлоутер. Хотя начинали команды эту четверть всего лишь... Плюс одно. Елен берет на себя всю игру. Женя, возьмешь Елена, спрашивает Гулаю Воронина. А Воронину только, только в радость играть против Андрея. Иванов очередные с этой должности. Елен, что будет делать? Будет 3, степбэк 3. Я чувствовал это. Йой-йой-йой. Ну, у меня будет с Нового года. Вот. Михайлу нарушать, по-моему, правила.
Он слишком уж Иванова бананит, Андрейтев. И Шарлот Хорнс довольно уверенно ведут. Не выходит на Гулая. Можно было бы бросить, мне кажется. Хороший контакт в полете. Смотрите на него. Фитоняшка. Фитоняшка, как Елен. Елен такая же. И еще какой степбэк. Два сразу лить. Елен ловит контакт и бьет в нос Нуриеву. Не хотел он этого явно. Но что пойдем. Мстислав, слава богу, не стал фалить. На бросок выбрал в этот момент. Иванов сам до конца пойдет. Нет, скидка на Нуриева. И Нуриев что делает? Вау! Ой-ой. Убили. Убили Рустама. В итоге маяк один остался на трех. И точный бросок очищался. И сам бежит в быстрое нападение. Плохая передача поздняя уже была. В итоге до маяка доводят мяч. И Михайлу. Михайлу. Нуриев у нас с мячом гоняют, они мяч двигаются хотя бы как-то. Шарлот Хорнс по сравнению особенно с остальными АБЛ чемпионата. Не знаю, хорошо это или плохо. Андрей Елен. Ой-ой-ой, да, все верно. Нет, конечно нет. Михайлу ловит контакт и мимо. Снова он расстраивается и не бежит уже даже в защиту практически. Иванов сам. Два очка забивает. Вау. Надо сейчас забрать подбор в защите. И в итоге Михайлу 1 на 3 остается, но мимо маяк. Очки второго шанса набирают. Кого меняете? Номера 3. Рустама? Да, все верно. Великолепный. Русика. Извиняюсь, Русик. Кентуха своего. Выходит вместо него, а Елен отправляется на линию штрафного броска. Ля-ля-ля. Видимо, дальше у нас, кстати, по расписанию игра команды Вестчестер Никс. Если я ничего не путаю. Андрей Елен забивает штрафную. Могли лицезреть только что. Воронин с Писаревым отлично играют. В итоге выводит Гулая на открытый бросок. И Павел 3! Уадание. Видно сразу, что стал лучше забивать, как минимум. Елен, отличный разворот. Андрей, что-то невероятное, так сказать, Шарлот Хорнетс. Посмотрим, как будет дальше. Васильев Илья проходит отлично. Гулай, он просто как на велосипеде. Отдает он Ивану. И ошибается Иван Эд на Писарева. Писарев в быстром отрыве, друзья мои. Писарев мейлмена делает невероятное что-то, что Дмитрий вообще убежал. Приятно мне заблюдать. И Елен как обогнул. Просто обогнул. Но и пробежку тоже не стали давать. В итоге Иванов, вау, какой 360 невероятный заряжает. И Елен, 2 очка.